Монахин Михаил Федорович родился 12 ноября 1924 года в селе Дворцы. В январе 1942 года Монахин был направлен на фронт. В сентябре 1943 года гвардии лейтенант Михаил Монахин командовал взводом автоматчиков. Особо отличился во время битвы за Днепр. В ночь 28 на 29 сентября 1943 года взвод Монахина переправился через Днепр в районе деревни Глушиц, это Белорусский СССР, после чего захватил и удерживал плацдарм на его западном берегу. Под командованием Монахина взвод отбил три немецких контратаки, уничтожили более 30 солдат и офицеров противника. 15 января 1944 года гвардии лейтенант Монахин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После окончания войны капитан Монахин продолжил службу в Советской армии. В 1988 году был уволен в запас звания генерала-лейтенанта. Скончался 24 марта 2009 года, похоронен на Троекуровском кладбище.